Привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать в новую серию по игре Resident Evil 4 Remake. Себя царский корецкий лайк, я желаю тебе приятного просмотра. Короче, мы как всегда в предыдущей серии закупились у торговца разными материалами, и сейчас я предлагаю пойти дальше по сюжету, все выполнять и все разыскивать. Погнали, в общем. Ну-ка, сезам, откройся. Ой-ой-ой. Кто там? Лифт. Грузовой лифт? Не сюда, короче, я понял. О. Так, стопы. Вороны. Так. Ну, я думаю, они еще прилетят. Да? Нет? Ну, да нет, сюда нет. Что ж, что-то вкусненькое. Вот, писета. Спасибо. Надо вслушиваться, потому что... Тихо. Тут могут висеть всякие вкусности. Вот, я вижу, где-то медальон тут должен быть. Только где? Это вопрос большой, конечно. Ты видишь что-то? О, здравствуйте. Так. Надо же. Плюс медальон. Сзади где-то, короче, тут. О, вот он, здравствуйте. Два. Так, и еще, короче, тут медальоны. Их мы сейчас тоже постреляем. Найдем и постреляем. Найти бы только их. Но я пока что не вижу, на самом деле. Ладно, найдем. А, ясно. Арена, да? Походу, тут будет какая-то. Кто там? Держи в курсе. Хедшот. Нормально. Кто там? Хорош, кривлец. Ну, два выстрела выносит, а я три. Ладно, нормально. Тихо. Слышишь? Висит что-то рядом. Ладно, разберемся. Давай все тут разведаем, все посмотрим. Все собираем, как говорится. О, вот и медальон, кстати. Еще осталось две штучки найти. Они прямо и тут, короче, находятся. Найдем. Здравствуйте, господин. Стоп, ты же меня не видишь. Не мешай мне. Да-да. Не мешай. Ах ты, мышь, мразь. Эх. Спалил меня. Ладно, ничего. Нормально. Справились. Но, о, медальончик. Здравствуйте. И еще один где-то висит, короче. Тоже мы его найдем. И сразу пойдем в торговцу. Почему? А потому что нам, короче, надо купить карту сокровищ. Он где-то рядом. Только где это вопрос, конечно. Большой вопрос. Где-то там, дальше. Где-то здесь. Стопы. Левее. Где-то левее. Понять бы еще где. А, вот он. Смотри-ка. Спрятали. Так. Все, смотри. Мы это сделали. Теперь я предлагаю вернуться к нашему торговцу. Почему? Потому что так мы найдем карту сокровищ. Да. Сейчас купим карту сокровищ. И уже с помощью нее мы найдем дофига сокровищ, я надеюсь. Так, ну-ка. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Да. Славно. Что могу предложить? Карту сокровищ, конечно же. Любишь собирать всякий мусор, да, чужак?
По мне, кто нашел, тот и хозяин. Тоже верно. Приходи в любое время. Так, карта сокровищ. Хьёпперсете. Давай смотреть, что мы упустили. Во-первых, тут мы все собрали, смотри, то есть это хорошо. Дальше. Тут мы не все собрали, смотри-ка. Видишь, я же говорил. Стопы. А если так еще? Мы тут не все собрали. И тут еще что-то есть. Смотри-ка, слушай-ка, а? Вот оно что. Так, стопы. Нам как можно пройти вниз? Отсюда наверх. Через системы. И сюда, да? Или стопы. Как-то же можно нам быстро пройти. А с другой стороны, мы можем отсюда пройти сюда. Либо мы можем, получается, отсюда сюда. Нам в любом случае... В любом случае нам придется обходить. Поэтому я предлагаю... Так, нам куда? Нам, получается, надо... Угу. Назад. Ну все, все хорошо. Давай сохранимся. Почему я решил вернуться? Потому что сокровища – это дополнительные деньги, которые нам помогут лучше проходить игру. Я все-таки прохожу на 100% и, соответственно, как бы, ну, сам понимаешь. Так, я могу пойти. Ну, в принципе, я могу пойти прямо и налево. Вот сюда. Куда-то сюда вроде, да? Да, все верно. Да и сейчас мы быстро пройдем, как бы. Я вообще не парюсь. Ты уж извини, что я возвращаюсь, типа, но... Это важно, потому что сокровища. Я хочу все собрать, реально. Для меня это очень важно. Пройти игру на 100%. И тем более, тут нет никаких говнодемонов. Мы уже со всеми разобрались, в принципе, поэтому все окей. Так. Теперь направо нам. Видишь, направо сюда. А дальше... Прямо и направо. Погнали. Заперто. А как нам это открыть? Ладно, откроем попозже. Или стопы. Да, ладно, давай сейчас сюда пройдем. Раз тут открыто у нас, сюда мы и пойдем, соответственно. Где-то тут вообще находится. Ах ты ж, тут надо дверьку открыть. Так, вот это хитро. Да. Раз. Так. Два, три. Как хитро сделано, смотри. Так, сюда идет. Значит, это надо, чтобы пошел вот сюда. Так. Значит, это пойдет сюда. А это пойдет. Это все верно. Раз, два. Дальше. Это сюда. Это ничего не надо двигать. Так, это растет сюда. То можно сделать отсюда, идет сюда вниз. Это сюда, все верно. Так, а это? Так. Как сложно. Вот это очень сложно сделано. На самом деле. А с другой стороны, мы ведь можем вот эту штуку вообще вот так подсоединить. Тогда будет проще, видишь? Да. Вот. И нам осталось, короче, только вот с этой разобраться. Вот так. Все, изи. Легчайше. И что мы тут найдем? Ля-ля-ля-ля-ля. ЛЕ-5. Пистолет-пулемет. Спасибо. Надо только понять, куда его засунуть сейчас. Немножко прибраться надо, конечно. Тут такой бардак у нас. Так, стопы. Патрон на дробаш. Будем копить. Одного пороха не хватает нам. Накопим. Тут, кстати, можно нам... Знаешь, что сделать? Небольшую вот такую уборочку сделать. Вот так вот, чтобы было по красоте у нас, чтобы все... Ну давай. Сейчас мы все тут сделаем, все у нас красиво будет. Вообще прям как у себя дома. Гранатки у нас тут будут лежать. Яичко по центру.
А это вот так вот будет у нас. Все, смотри, как красиво вообще. Теперь эту штуку надо куда-то тоже положить. Ну, сейчас все будет. Я подсуечусь вот так вот. Нормалек. Красиво, реально красиво. Видишь, не зря. По-любому эта пушка стоит денег твоих. По-любому, я прям уверен на 100%. Эта пушка стоит своих денег, реально. Так, тихо. Ага. Нам надо, короче... Стоп, я тут... Ну-ка, еще раз проверим. Да. Хорошо. Нам надо сейчас в пульт управления пойти и включить электроэнергию на ту сторону, короче, подать. Да. Вот. Включим рубильник. И сейчас получается, мы сможем пройти и взять эту штуку. Вот, видишь, лечебный спрей и еще что-то должно быть. Ну-ка. Красный берил. Кстати, вот то, что надо. Мы это и искали как раз-таки. Смотри. Мы это и искали. Теперь мы сможем корону полностью создать. Красота какая, лепота. Бонус X2, смотри. То есть мы все камни разные сделали. 5 разных, то есть камней. Красиво, реально красиво. Ну что, я могу нас поздравить? Потому что мы тут все взяли, все собрали, видишь. Теперь останется нам дальше только искать, проходить все. Я думаю, это заслуживает лайка, реально. Да. Да, еще хотел кое-что посмотреть. Куда нам надо идти? Получается, стопэ. Нам надо идти налево. Налево это сюда. Да, прямо, налево, прямо и налево. Правильно же иду, да, я правильно. И сейчас направо надо будет пойти нам. Это что такое? Ладно, не суть. Или погоди. А, можно было короткий путь открыть, что-то я не подумал. Ну ладно, не суть, не суть, это не важно. Где наш торговец? Только лучшие, да, привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Обменять. Так, что у тебя есть? Слушай-ка, а вот это... Понимаешь, не все а можно вот это... за деньги. А вот это хорошо. Знаешь, что подразумеваю под хорошо? Мы сможем купить золотой жетон, и тут нам что-то выпадет супер крутое, потому что у нас один есть, два, то есть есть, еще один мы купим. Давай купим, реально. Интересный выбор. И сотка. В хорошем смысле, конечно. Продадем, продадем, продадим. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. 21 тысяча. Тоже продаем. Ну, я думаю, что, все, в принципе, да? Продаем тогда? Да? Спасибо. Ну и получается, что можем улучшить? Это я не хочу. Твое тоже. Оружие в надежных руках. Я все сделаю. Ну, вопрос, конечно. То есть, смотри, это улучшили. Это тоже, в принципе. Я могу скорострельность прокачать, я могу вот тут вот урон качать. Это на самом деле намного важнее. Давай тут вот это буду качать все-таки. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Ну, дальше прокачаю боезапас и перезарядка. Блин, оно мало добавляет, видишь, 1.09, типа. 8 сотых, всего лишь 116 тысяч, капец. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Ну, пофиг, давай качаем. Попробуй-ка это. Ну все, дальше буду перезарядку качать. И, возможно, нам эксклюзив будет доступен, но пока я не уверен. Что это? И только там не убейся. Давай сохранимся. Теперь нам надо выбраться отсюда. Только понять бы, правильно куда идти. Да, все верно. Иду нам сюда. Сейчас мы быстренько пройдем. Где-то у нас тут дверька. Тут такие коридоры, короче. Нам надо найти лесенку и выбраться отсюда. Сейчас будет легчайше. Лесенка? Да, нам надо сюда. Стоп, это что? Да. Лесенка где-то здесь должна быть.
Прямо? Нам надо идти, короче, сейчас. Сюда. И тут лестница где-то должна быть. Лесенка, а ты где? Вот, отлично, все, мы выбрались. Супер. Шикардос. Теперь, нам надо сюда. Торговцу. Дальше мы спускаемся вниз, обмениваем жетоны и смотрим, что же нам выпало. Ну-ка, давай. Ну. Все, поехали. Сейчас мы что-то выбьем. Каждому из нас нужно иногда отдыхать. Что ж, заходи. Видишь, у меня 3 крутых жетона. Из них нам сейчас что-то выпадет крутое, реально. Так. А, Эшли Грэм. 50% эффективности лечения с помощью зеленой травы. Ну, типа... Ну, типа такое себе. Не-не-не, это фигня. Почему? Потому что, типа, мы с помощью зеленой травы не лечимся. Смотри, сейчас я тебе покажу. Посмотри. У нас столько спреев, типа. Поэтому смысла нет нам это цеплять. Мы это можем запросто продавать, короче. Пар, привет. Что могу предложить? Видишь, типа... Нам все ну, равно, хрен знает. Рубина или рванина. Стоп. Ну ладно. Давай посмотрим все-таки на всякий случай. Смотри. У нас есть шанс создания патронов для винтовки. 20% к цене оружия при перепродаже. Хотя, слушай, мы можем все-таки поставить... Вместо этого, да? Вот так вот, слушай. Да? Но эту я предлагаю ставить. Если мы оружие крутое найдем, мы нацепим этот амулет и продадим оружие дороже. Да, почему бы нет? Давай сохраним еще раз. Где у нас тут? Вот это получается, да? Да, вот это. Ну и все. Погнали дальше проходить. Потому что тут у нас много сокровищ различных, и мы сейчас их всех найдем. Вот тут где-то рядом сокровище должно быть. Только где, это вопрос, конечно. Где-то оно над нами, может? Ах, вы запрятали, хитрожопые. Смотри-ка, смотри, запрятали как. Ого. Ого. Александрит, да ладно. Это крутой камень. Мы, короче, теперь ищем крутую корону и будем вставлять его. Да. Шикардос. Ну, реально шикарно. И теперь нам надо искать дальше сокровища наши любимые. Где они? Прямо, короче, где-то. По-любому висит где-то. Мы прошли. Где ты? Да что ты будешь делать? Может, в мусорке? Да ладно. Золотой браслет в мусорке лежит, серьезно? Да, хорошо. Сколько он стоит, интересно? 8000. Нормально вообще. Ну все, что, побежали проходить дальше, короче, тогда. Поднимаемся по лесенке. Сейчас по-любому что-то тут найдем. О, трава, это мне надо. Неплохо. Кстати, это можно тоже отсортировать вот так вот. Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Один. Кто там? Так, стопэ. Держи в курсе. А. Так, вставай. Контрол. Вставай, давай. Как? Норм. Упс. Ну как ваши дела? Ну так, в целом, в общем. Так. Нам надо прямо, короче. Все, побежали. Сейчас все будет. Тут где-то я еще слышу. Заперто. Слышишь? О.
Так, бархатистый самоцвет, это мы тоже продаем попозже. А вот, кстати, патроны на дробовик, наши любимые. Не, мне пока все нравится, вообще все шикарно устраивает, прям очень. О, порох. А вот, кстати, порох, это спасибо. Граната тяжелая, да вообще, блин, красота. А, ну давай. Да, да. Не знаю зачем, но. Стопы. Давай на дробовик патроны создадим. Да, вот так вот сделаем. И дальше, дальше. Угу. Ну погнали, погнали, что получается. Угу. Ну да, да, я так и думаю. Тут заперто, да. Мы сейчас, короче, дверь подкроем, и будет хорошо все у нас. Так, ага, ну ясно. Вот, короче, эта дверька. Мы ее сейчас откроем. Вот. Все. Твою мать. Так, стопы. Ах вы! Похищаете! На нафиг! Да-да-да! Я тут! Где ты? Пусти ее! Не трожь мою девочку! А! Все, справились с дурачками, отлично! Ну ладно. Давай еще раз посмотрим. Да, в норме. Ну да, ладно, хорошо. Гранаты, кстати, у меня кончились. Это плохо. Это очень плохо. А с другой стороны, типа, нормально, нормально. Сейчас все будет у нас. Ох ты! Ты че, пес? Серьезно? Да, серьезно, ты не верил, нет, не верил. Готов. Держи в курсе. Я еще слышу какого-то дурачка тут. Тихо, тихо, тихо. Так, стопы. Где моя гранатка веселая? Ну-ка. Надо вылечиться. Сколько я на них патронов и всего убил, блин, капец. Так. Нам монетки дают, давали бы нам патроны, мне патроны нужны срочно. Капец, тут дебри, тут запутаться можно, куда идти-то? Во, нам сюда. Слышь, крыска. Ну пусть ползет, может ее не трогать? Пусть ползет, не буду я ее трогать. Потому что вдруг потом будет какое-нибудь поручение или еще что-нибудь. Так что крыски нам нужны. Фу, вонь жуткая. Справляешься? Ага, приходится привыкать. Это знаешь, как во втором резиденте, там же тоже была канализация, помнишь? Мы это проходили, все интересно было. Ладно. По-любому тут запрятано что-то. Стопы, карта. Ну я был прав, я был прав. Изумруд просто так валяется. Нормально. Ты чё? А, развлечения такие, типа, я понял. Я осуждать не буду. Давай-ка посмотрим, знаешь, что посмотрим мы? Посмотрим мы... Так, стопы, это сейчас сразу мы переместим, чтобы у нас все было по красоте.
Я хотел посмотреть. Так, это понятно. Я хотел посмотреть, короче, у нас что по камням. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, так... А нет, там квадратные требуются, красные. Поэтому, блин, не получится. Ладно, ладно, ладно. Пока не будем ничего крафтить. Ну что, давай. Давай, давай. Не мешай мне. Ага. Нужно одновременно. Да. Ага. Легчайше. Да. Ну, типа... Ну, я хз, короче. А, ясно. Тут сейчас какая-то битва будет. Лучше-то и спрятаться. Жди здесь. Ага. Да, сейчас битва какая-то. По-любому тут будет. Я прям уверен на 100%. О, этого не надо. Я понял. А ну, извинись. Не вовремя. Да давай. Ты кто? Охуеть. А куда стрелять? Ах ты живучая мразь. Подохни. Ах ты. Патроны кончились. Надо в голову стрелять, короче. Ну нифига себе. Любитель обнимашек. Вот, кстати, красный берил. Так, ты можешь выходить, наверное. Нам теперь бы корону найти на 5 слотов. Было бы вообще шикарно. На самом деле. Ну ясно, тут опять, короче, надо эту штуку сделать. Тот рычаг. Ага. Ах, еще ты... раз. Ну давай еще раз. Так, нужно одновременно. Да, ясно. Легчайше. Есть. Крыски, может их надо пристрелить, ну-ка. А, один из тут испытание есть. А чё я про это не думал? Так, стопы, крыски. Крыски, крыски, цыпа, цыпа, цыпа. Стопэ. Там же крыски были еще где-то, я помню. Ну-ка, стопэ. Крыски, цыпа, цыпа. Ща мы их найдем. О. Тут вроде крыска была, я помню. Где-то на пол было тут. Найти бы ее. Так, стопэ. Ну, не-не, мы сейчас тут долго будем возиться, не хочу я. Не-не-не. Может, дальше они нам повстречаются. Погнали дальше по сюжету проходить, потому что с этими крысками мы сейчас можем, типа, тут застрять надолго. А по карте тут... Ну вот, мусоропереработка, по-любому тут крыса будет, я прям уверен на 100%. Тихо, слышь? Где-то я их слышу. Стоп, а мы можем? Мы можем сделать на винтовку патроны. Стоп, да, можем. Нам они помогут? Помогут этих хрени валить, которые и иглами, короче, стреляют. Но 7 патронов у меня, видишь, только... А, я понял, надо питание света включить. Нет. Нифига я глазастый. Тихо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иди-ка сюда. Где ты? Я тебя видел. Ну-ка. Где? Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Так, еще одну найти надо. Я тебя слышу. Метка. Еще бы. Помоги-ка. Сейчас, я вроде научилась. Угу. По-любому какая-то сейчас засада будет. Я прям на 100% уверен. Тихо. Что-то я слышу. А, на это тараканы ползают. Так. Цок, цок, цок. Так, стоп, тут же было сокровище, ну дальше. Да, ну дальше, реально. Погнали. Порох — это хорошо. Но мне-то надо. Блин. Стопэ. Это похоже, короче. О, нифига себе. Это четырехместная или третья? Стопэ. Нет, это четырешка, блин. Я просто не хочу тратить вот эти вот камни. Не, потому что слишком дофига, короче. Вот эти, типа, красные я могу тратить. А с другой стороны. А с другой стороны, че вообще парюсь, реально? Че я парюсь? Ну-ка давай-ка. Или этого сюда пока буду думать, вставлять, не вставлять. Так, потом синий и потом красный. Да. А сюда, наверное, все-таки. Типа вероятности. Ну нет, тут слишком жирно. Тут надо разные поставить, вообще не париться, я думаю. Синих у меня дофига, поэтому я синий поставлю. А сюда буду думать, что ставить. Ну да, пока так, реально. Угу. Да, да-да-да. Нам надо прямо. Тихо, ты где? Ладно. Рубин красный, опять-таки. Смотри, вот видишь, у нас еще один появился лишний, но мы пока его прибережем. На будущее, так сказать. Надо еще крыску одну найти где-то. А вот она, вот она, вот она. Ну все, супер. Мы выполнили миссию. И теперь самое интересное, нам надо понять, где включать нам электропитание. О, трава зеленая. Спасибо. А, ну все, изи. Ну-ка. О! Yes. Ты чё? Слышь, пес? Ах ты, мою не трожь. Нет. Ах ты. Нет, 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 нет. Не трожь меня. Леон. Да я знаю. Отпусти. Эй, сюда. Да что ты, это меня заколебал, ты ползучий хероборина. Да ты заколебал. Свали! Патроны кончились. Все, валим. Иди-ка сюда, тварина. А. Ты живой, серьезно. Где ты? В голове, короче, в голове у него. Иди-ка сюда, мышь, мразь. Все? Нет? Ты серьезно?
Найс, блин. Вот, кстати, красный берил. То, что надо. То, что надо. Но с другой стороны, если желтый сюда ставить... Ну да, давай так и сделаем. Давай так и сделаем, реально. Красный, синий, желтый и зеленый. И сюда тоже. Красный, желтый, синий и зеленый. 1,6, да? Типа все разные. Просто если все одинаковые, 1,7, но типа я не напасусь. Это слишком много. Хотя стопы 1, 2. Слушай. А вот это интересненько, да? Стопы, стопы, стопы. Извлечь. Ну-ка. Видишь, как... Не-не-не-не-не. Слишком затратно ради типа одного пункта. Не-не-не, нафиг. Ну вот, 1,6, короче. Два жерелья сделал. По 57 тысяч, вообще красиво. И тут разные остались, смотри. Раз, два, три, четыре. Блин, а? Почему, блин? Не-не-не-не-не. Так не пойдет. Не. Не-не-не-не-не. Я не хочу тратить, слишком жирно получается. И я лучше оставлю типа 5 разных на корону. Так будет правильно, я думаю. Да. Так будет правильно, я это продам. Так, Эшли, ты где? Ну, по идее, все. Я так думаю. Типа. Секунду, что-то у меня тут какие-то сообщения. Кто-то пишет. Зачем? Я же видео записываю. Алло. Как не вовремя. Извиняюсь. Да, все ок. Помоги мне. Подруга. Подруга? Все. Класс. Ну да, хорошо. А то. Так. Так. А почему? А почему, интересно? Стопы. Отсюда идет сюда. Значит, надо вот так сделать. Вот так. Еще раз, стопы. Отсюда идет сюда. Вот, это мы сделали. Дальше. Отсюда должно наверх идти, отсюда сюда вниз. Отсюда идет вниз, направо, налево и сюда. Так. Вот так. Хитро как сделано. Слушай, стопаем. Надо что-то делать вот с этим. Вот. Это мы сделали. Хорошо. Дальше. Это идет сюда, это сюда. Все отлично. Это должно, короче, идти. Вот так. Так. Вот так. Это сюда идет. А вот это, получается, у нас идет. Вот, смотри, это мы сделали. Дальше. Надо с этим что-то решать. Вот это сделали. Все, 4 из 4. Все супер. Ух. Шикардос. Теперь нам надо торговца найти, потому что я сделал предметы с сокровищами. Нам надо их распродать. Срочно причем. Да. Отойди. Поняла. Вперед. Так. Так, нет, это я не буду тратить. Нормально. О, а вот и торговец, кстати. Я гляжу, ты выполнил просьбу. Отлично. Да-да-да. Я выполнил просьбу. Еще нам надо карту посмотреть. Все ли мы взяли? Да, мы все взяли, смотри. Вообще шикарно.
Что ты мне предложишь? Ты молодец, друг. Итак, чем я могу тебе помочь? Ну вообще, мне бы улучшение. А это что? Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Красную траву не. Мне надо, короче, вот этот купон как-то у него купить. Но это 40. Это я буду копить, не знаю, всю игру. Да. Ладно. Ракетница. Давай продадим лишнее. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Рыба у меня даже лежит, да ладно. Откуда? Продадим? Чужак! О, доброго пути! Я хотел посмотреть, а нет ли у меня ничего в хранилище. Пустое, да? Не-не-не, ничего у меня нет, видишь? У меня ничего нет. Ладно, тогда. Я предлагаю привет. Улучшить. Что могу предложить? Во-первых, починим обязательно. По-моему, очень важно. Отлично получилось. И во-вторых, это улучшили. Но это потом. И вот это, я думаю, полностью улучшим, наверное, да? Да? Удивлен? Это все, что я могу сделать с этим оружием. Ну смотри, 60 тысяч. Нет, проехали. Повысить скорострельность 2 раза. То есть это очень хорошо. Реально. Почему бы нет? Смотри. Скорострельность сразу. За ножом надо регулярно ухаживать. 60 тысяч, да? Грань между жизнью и смертью. 60 тысяч. Нам 11 тысяч надо раздобыть. Ты где-то. Приходи. Ну-ка давай посмотрим. 11 тысяч. А ну вот, смотри, мы, то есть эту штуку можем сделать, в принципе, да? Если так подумать. Угу. Ну да, да. Давай зеленую поставим сюда. Потому что если что, мы зеленую из того достанем, из вот этого. Давай так даже сделаем. Ну да, почему бы нет? Давай так и сделаем реально. Любой привет. Вот как раз. Спасибо. И улучшаем винтовку. Вот так вот. Шикарно, я думаю. Потратить. Лучше, чем сейчас, уже не будет. Это истинный шедевр, друг. Я доволен, я реально доволен. То есть смотри, мы это полностью улучшили, это полностью улучшили. Дальше нам надо, короче, улучшать дробовик. Ну а дальше только твоё вот эту. Твоё оружие в надежных руках. Да, да, я да. Я все сделаю. Чем еще доброго пути. Давай перезарядим сразу. Так, а это перезарядили мы? Да. Хорошо, давай сохранимся. Куда-нибудь вот сюда вот. Да. И на этой прекрасной ноте я предлагаю завершить серию. Если она тебе понравилась, пожалуйста, не скупись, поставь свой царский королевский лайк и внизу в комментарии напиши что-нибудь типа «Паша, молодец, крутая серия». Также подписывайся на канал, а я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абасов. Еще увидимся в следующей серии и пока-пока.